Ребята, всем привет! Как вы видите, этот урок у нас будет цветными карандашами мы будем рисовать. Если у вас нет цветных карандашей, вы можете, конечно же, рисовать теми материалами, какие у вас есть. Это можно и красками, и фломастерами, маркерами, мелками. Вот все, что у вас есть, можно рисовать. В принципе, у вас получится, я думаю, неплохо. Возможно, даже будет интересней выглядеть. Вот. И давайте начнем. Сегодня мы порисуем птичку. Птичку порисуем сову. Маленькую такую сову смешную. И начнем мы рисовать с глаз. Я начинаю рисовать маркером, а вы лучше начинайте простым карандашом. Резиночкой стирайте, если вдруг у вас что-то не получится. Ну, давайте начнем рисовать. Рисуем сначала глаза. Первый глазик у меня будет вот здесь. Я беру и рисую вот такие почти кругляшок, да, но не кругляшок все-таки. И второй глазик рядышком. Немножко отступаю место и рисуем также второй глазик. У меня получается немножко криво, но я думаю, это ничего страшного. Вы старайтесь рисовать поаккуратнее, поровнее. Теперь внутри мы нарисуем зрачки. У нас здесь будет блик белый, поэтому вот так оставляем. И здесь у нас будет блик белый. Мы также вот так вот оставляем, да, чтобы нам не закрасить случайно. И рисуем внутри зрачок. И здесь рисуем внутри зрачок. То есть вот эти части мы оставили под блики. Мы их оставим пустыми и не будем закрашивать. Также в зрачках наших оставим еще места под блики. И здесь. А теперь зрачки закрашиваем черным цветом. Можно красками. Вот, один глазик у нас получился, закрашиваем второй глазик. Так, глазки у нас получились. Теперь давайте мы нарисуем клювик. Вот здесь между глазами у нас будет клювик. Мы вот так проводим линию и сюда вот так. Клювик будет приоткрыт, поэтому мы вот здесь дорисовываем. Получается у нас клювик. Я думаю, что у вас у всех получилось. Теперь давайте нарисуем, можно реснички нарисовать. Здесь, здесь, вот, чтобы она у нас поинтереснее была. И проводим вот такие вот линии, случайные. То есть не старайтесь делать, чтобы у вас было все красиво и аккуратно. Все-таки птичка у нас пернатая, и нам нужно вот такими вот случайными линиями нарисовать, что у нее есть перышки. Где-то здесь может выходить вот так, да, где-то сюда может выходить. Вот, вокруг глаз, вот так вот вырисовываем. Вот, у нас получается. Давайте нарисуем еще бантик птички, чтобы она у нас такая вот с бантиком была. Так вот, раз. И сюда рисуем бантик. Вот, мы его потом закрасим, красивенько будет, он будет у нас розовый. Вот, и дальше нам нужно дорисовать тело, да, туловище.
Вот здесь у нас будут крылышки, мы их сразу нарисуем. Здесь крыло. И здесь крылышко будет так вот немножко выглядывать. Вот. Здесь у нас будут лапки птички. Одна лапка и вторая лапка. Думаю, вам видно? Должно быть видно. Вот. И соединяем вот здесь, да? Вот так у нас получается. Смотрите, вот здесь мы еще рисуем вот так. Показываем, что у нас есть перышки на животике у птички. И можно вот так вот такими линиями еще провести. Вот у нас получается такая пернатая птичка. Да, на лапках можно тоже вот так полосочки сделать. Вот. Я думаю, что можно уже закрашивать, да? Мы уже нарисовали птичку. Вот такая она у нас интересная. Закрашивать я буду цветными карандашами и начну розовым цветом закрашивать бантик. Вот, теперь возьму розовый потемнее и в некоторых местах выделю, где у нас тени. Ну, чтобы у нас немножечко было. Вот такой у нас бантик получается. Теперь я закрашу глазки. Глазки у меня внутри будут желтенькие. Я возьму вот такой яркий желтый. Ну, смотрите, вот здесь я отступаю, у меня будет блик. И здесь внизу будет блик. Да? Вот здесь я вот так доделываю, дорисовываю кругляшочек. Здесь у меня блики, и я их не трогаю, я их не закрашиваю. Будьте внимательны, блики лучше оставлять, тогда глазки у вас будут интересные, такие сказочные. С бликами они немножечко поживее выглядят, чем без бликов. Так, теперь я возьму желтый потемнее и немножечко кое-где выделю так вот потемнее местами. Если у вас нет много оттенков желтого, то можете закрасить просто одним цветом. Вот, вот такие у меня глаза получились. Так, теперь я закрашу саму птичку. Птичка у меня будет серого цвета. Я беру серенькие. И закрашиваю.
Так вот, я закрасила птичку серым цветом. А что делаем дальше? Я сделаю коричневым. Каким бы? Вот у меня есть три коричневых. Не знаю даже, каким цветом сделать. Вот у меня есть три разных коричневых. Наверное, я возьму потемнее вот такой. И таким коричневеньким я закрашу прямо поверх серого легонечко крылышки, чтобы крылышки у меня выделялись немножечко оттеночком, да, что они немножко другого оттенка. Вот, и это крылышко. Также я закрашу вот здесь вокруг глаз. Так вот проведу сейчас. Смотрите, так вокруг глаз и немножечко здесь. Тоже коричневеньким. И здесь вокруг глаз. Вот так, чтобы у меня вокруг глаз немножко тоже оттенок был другой. Ну, тут будет интереснее смотреться, чем когда у нас птичка одного цвета полностью. Вот так. Так, у меня остались незакрашенные лапки. Лапки я возьму вот темно-желтый, да, он почти как охра. И закрашиваю лапки. На лапках у меня тоже будут кое-где блики. Я вот здесь оставлю пустые места белые. Вторую лапку тоже здесь будут кое-где блики. Так, лапки мы закрасили. Я возьму еще потемнее желтый, вот такой охра цвет. И сделаю немножечко тени, но им не видно, поэтому возьму коричневым сделаю. Вот, прям сверху немножечко тени лапкам. Вот. У нас остался недокрашенный клювик. Клювик внутри я сделаю тоже коричневым. Так вот. А снаружи он у меня будет желтеньким, темным. На клювике тоже будет блик, поэтому мы оставляем вот так кусочек белого. Так. Ну вот смотрите, вот такая у нас птичка получилась. Я еще темно-коричневым добавлю вот здесь немножко земли, на которой она у нас сидит, да, чтобы она у нас как бы не в воздухе летала, а на чем-то сидела. Так вот немножечко показываю. Вот, смотрите, такой прикольный рисунок, да, веселый, необычный. Мы нарисовали буквально за 15 минут, поэтому рисуйте вместе со мной, ставьте лайки, если вам понравился мой урок. Также подписывайтесь на канал и смотрите.